Вы на канале Минге, с вами Ли Саран, и это K-News, пятый выпуск, шоу, где я рассказываю о новостях шоу-бизнеса Кореи. Вся информация была взята с сайта Yes Asia и Show Asia. Очень интересные сайты, ссылочки в описании, ну а мы начинаем. Сьюзи станет первой женщиной-знаменитостью, у которой появилась восковая фигура в музее Мадам Тюссо в Гонконге. Для открытия своей фигуры она посетит Гонконг в начале августа. Она молодец, догнала своего парнишу, то есть Ли Мин Хо. Кто помнит, в одном из выпусков «Все о Ли Мин Хо» я рассказывала, что у него тоже есть восковая фигура в том же музее. Первые кадры с Пак Бо Гомом и Ким Ю Чон. Из дорамы «Лунный свет, великомые облаками». А еще в Бугому в инсте я нашла такое прикольное милое видео, где он танцует в этой самой одежде. Смотрим. Сколько же милоты в этом ролике. Обязательно посмотрите оригинал, там другая совсем музыка и совсем другая атмосфера. Видео вы сможете посмотреть у меня на странице ВКонтакте. Ссылка в описании. Вышел тизер к дораме «Предпоследняя любовь». Также вышел постер к мини-дораме «Укротимка призрака» с Ким Со Хён и Тэк Йоном. Внимание, кто любит Чон Илю и Ан Джи Хёна? Вышел первый тизер к дораме «Золушка и четыре рыцаря». Транслировать будут с 12 августа. Очень хочу посмотреть этот дорам, так как мне тоже нравится Чон Илю. А теперь сейчас для вас споет Чон Гук. Слушаем. Милый поступок EXO. Девушки из группы Red Velvet стояли позади участников EXO. Бэкхён заметил девушек и попросил участников группы отодвинуться и сказал девушкам выйти вперед. Какой же милый поступок. Потом внезапно к нему подошел Сэхун, то есть к Бэкхёну, и он дотронулся до личика, чтобы похвалить его. Ой, милоты хоть отбавляй. Внимание! Слишком много... булочек. Джун Ки заработал большую популярность благодаря дораме «Потомки солнца». На фан-встречах в Китае он заработал очень хорошие денежки. В сумме 3 миллиарда вон. Это около 3 миллионов долларов США. Поздравляем его с таким хорошим заработком. Мир из группы MBLAQ, не знаю точно, как правильно читается эта группа, официально отправился в армию 14 июля. Он сказал: «Неожиданность этого заявления может удивить многих из вас. Так что я сожалею, что не смог сказать вам раньше. Все корейские мужчины должны служить, когда приходит время.
и я смирился, что мое пришло. Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне слишком сильно. В заключение поблагодарю своих фанатов за их любовь и поддержку. Что ж, желаем ему удачи. Кажется, Джун Ки решил тренироваться для своей новой роли в будущем фильме. Ну, давайте представим его накачанным. Приходит фильм, такая рама. Ух, какая милая пара, отец и доченька. Это Джи Сон со своей дочерью Джи Ю. Бонус милоты. Корейские знаменитости с уникальными цвета глаз, то есть у них ярче цвет, чем у обычных корейцев. Гора Ким Со О. Ого, у него вообще необычно смотрится, как будто линзы. Непривычно видеть корейца с такими глазами. Го Сын Йон, Ха Джи Мин, Ли Сон Гён. О, так и думала, что она будет в этом списке. И еще Со Кан Джун, тоже его здесь ждала. Вышел постер к дораме «Золушка и четыре рыцаря». Бец стали победителями шоу «Чемпион» с песней «Ribbon». Поздравляем! Минутка милоты и угара. Боже, ребята, я сейчас взорвусь от счастья. FT Island выпустили новый тизер к заглавной песне их нового альбома, который выйдет 18 июля. Ой, вот бы мне дожить до этого дня. Поклонники EXO находятся в смятении. Кто же все-таки красивее и милее? По вашему мнению, красивее? Напиши одного красавчика в комментариях, а я выбираю Дио. А ты кого? На сегодня все. Если вам понравился этот выпуск, тогда ставь лайк, чтобы я знала, что тебе нравятся такие видео. Также, кто не видел, посмотрите прошлые выпуски. Будьте самыми счастливыми подписчиками канала Минке. Удачи!